Всем приветочки, бейточки, сегодня мы продолжаем играть в World Club Hero 51 часть. 90. Чуваков из клана СССР. Гол. У меня еще не гол. Вот, дымка из СССР там была показана. По-моему, это идеальное дополнение для моего имени. Дымка из СССР. Точнее, СССР дымка. Так это читается, по идее. Ой, я завалил кого-то даже, представляете? Я не такой уж мазила. Ой, здравствуйте. Вот сейчас я очень промазал. Там точку Б захватывают, чуваки. Ловите. Так они меня как раз и завалили. О, одного взорвал, походу. Так, я, короче, побежал вниз. Добивать оставшегося. Мне кажется, он уже убежал. А, ну да, он убежал. Так, я сейчас попытаюсь точку С отвоевать. А, нет. Фигачит. Нормально живу. Сверху, что ли? О, он там. Нет, я. Он чуть пулемет я прокачал. Офигеть. Спасибо за помощь, чуваки, я побежал дальше. Кто там жаба? Так, сейчас я сзади хочу парочку замочить. Жаба? Есть имя такое, чуваков? Не, такого не вижу в чате. Что, никого нет, что ли? О, первый клиент. Сейчас мы тут заминируемся, нежелательно гостить. А чё он не взорвался, я не понял. Это ты? А, нет, это не ты. О, сзади. О, только сейчас взорвался. Не знаю, у меня пулемет прокачался. Ой, здравствуйте. Нет, на тебя целых 6 патронов истратил. Ну, затраты какие. Нате вам. Гранату. И еще одну возьмите. О, он как раз вылез вообще. Красиво. И тебе. Ну ты посмотрите со своими ножами. Да, мы, кстати, проигрываем. Зато весело, смотри. Оп. Оп, готов, оп. Вот так вот. Что они там? Обалделись. Там гранаты. Живой, ты посмотри. А, прибежали. Как это вообще? Война миров. Да залезайте наверх. Быстрее, у нас там вообще заруба. О, тебе бежит, чувак. Если я не вернусь... А, ну все, нормально. И ты должен был защитить. О, тебя заманили? Заманили тебя. Ты что? Я только ушел и сразу тут алга какая-то пошла. Заманили тебя до смерти. Иди наверх, папа. Мы сейчас проиграем просто из-за того, что ты снизу будешь сидеть. О, привет. Да, ё-моё, я в ту сторону, не сзади. О, опять еще двое. О, тройное, да ладно. Ой, я себя взорвал.
Все, мы окончательно сейчас поиграем просто. Потому что не умеем играть. Высоко бросил. Знаете, расстрелялся. Ты какую букву А? Все, мы уже проиграли, можешь не забирать. Они сейчас точку С для нахраняют. Сейчас к тебе бежит. Справа. Вон еще один. Вон бежит. Я и говорю. Сейчас попытаюсь его взорвать. Попытался, блин. Вообще, какой-то отстой. Ну ладно, хотя бы весело. О, ты посмотри. Вообще веселуха. Ура, мы проиграли. О, оригинально. Вы. Очень креативный подход. У меня выполнилось, контракт выполнился. Смотри, кошара засыпает. Вон 500 дали как раз. За что? За уровень. Золото? Ты сейчас снайпера четвертого кушаешь. Еще и прокачает. Да ладно. Еще 35 лет. Балует тебя. Сейчас папа будет снайпер. Суперский снайпер. Как у меня четвертого. У него еще куча очков, он сейчас будет прокачивать. Ура, у тебя будет совсем мало. На самом деле у тебя не особо больше станет. У тебя не настолько прям больше станет. Всего лишь на 170 здоровья. 170 брони больше станет у тебя. И все как бы в основном. И все, да. Различие только 170 брони. Давай я. 178 моя любимая, это 178 тоже самое. Любимая 178. Все понятно все. Погнали. Давай быстрее качай. Да просто так качай хотя бы. Сначала одну полоску, потом другую. Не, это долго. Я бы с радостью записал твое качание. Пока мои статистики положили. Сейчас твои 178 очков улетучатся. Тебе не хватит. Хватит всего лишь одной. Другой. Трижды мимо в одной. Четыре в броне мимо. Да броня это вообще развод. У меня такой, на днем просто развели. Три раза подряд не дали прокачать топор. Кстати, он у меня теперь максимальный. Я его наконец-то докачал. Ну, мне дали 50 очков, я подумал, может гарантию взять. Но я решил прокачать, и не зря, потому что я потратил вместо 50 всего лишь 100. Всего лишь 30. Еще 20-ку вот сюда пулемет вкачал. Ну, в принципе, он так не сильно уже. Он даже жестче, чем он ППС, походу, уже. Ну-ка. ППС 69,6, а у пулемета 80. Да. Да, он реально жестче, походу.
Скорострельность, кстати, меньше. Походу. Да. Хотя это, по идее, любой нет. Но все равно меньше. Дальность 35. Там долго? А здесь 22. 2,5 раза. А, у тебя уже последний. Ну, тебе еще 51. Можешь гарантию брать. Тогда тебе не хватит. Ты бы лучше одно качал. Ты так переходишь, и тебе ничего не дадут. Не дадут, да слышишь? Не дадут. Снайпер — это вообще развод. Особенно эпический. Легендарный, точнее даже. Так, я пока беру своего снайпера, в принципе. Кошмар, нет, не дали. Серьезно? Здесь один, здесь один. Да я говорю, надо было гарантию брать. Да и правильно. Все, полетели, короче. Что ты думал, тебе 170 очков? 178 очков хватит, чтобы прокачаться. Ну ты вообще какой-то наивный. Было бы 30-ку все поймали, не стоит на самом деле. Че ты ожидал? Зато броня у тебя максимально уровня. Ты мог потратить шестеру буквально на всю броню тебе, если бы у тебя с первого раза получалось, то примерно по тридцатке тратил бы ты. Тридцатку потратил бы. Че, у меня одна граната всего лишь. Точнее, две. Вместо четырех. Ну, в смысле, один вход. Не мины. Я что, мины не взял, что ли? Ну ладно. О, здравствуйте. Как жизнь? Кого целимся? В наших, что ли? Там чувак, как это будет. Где? А, точка С, как я раньше не додумался. Оба. Я вообще-то не так планировал, но в принципе тоже сойдет. О, как я чувствую. Ой, меня забомбили. Через ту же самую щель. О, привет, СССР. Угу. А вот целимся. Держу, а пока что. О, с крыши. С крыши фигачит. Поздно сказал. Ой, они уже на точке. Какая там точка вообще? Точка С. А, нет, это А. Это буква А. Что за... Ты что, гранаты спрят? Я хотел взять, потому что у меня их вообще нет. Граната. Нати, что ты там на самолете засела? Посмотрите на него. Даже не попадаю, походу. Так, ну все. Летели. Меня завалили опять. Ой-ой-ой, как лагает. 9 FPS, о, ужас. 30, ну более-менее. Ой, ужас. 6, 10, что с счетчиком происходит вообще? Какой-то бешеный просто. Ой, 4, 5, 18. Не, ну они тут заминировались и вообще по максимуму. Это что такое? Это вообще бригада. Ой, да меня сейчас завалит, походу. Блин, я даже не зашел за тем, чем я шел вообще. Что я сейчас узнал?
Ой, как лагает, это ужас какой-то. Как нереально играть. Перезарядка, прикройте. Ой-ой-ой, ужас, ужас. Мы сейчас по-любому проиграем. Да, 347 успешники. Знаете. На самолете тут засели. О, двоих. Одной гранаткой, а? Сейчас подождем, пока они вернутся. Ух ты, заменялись. Ой! Что-то я не рассчитывал, что ты так рано. Ну что ты? А, я думал, у него кортик. Он с кровавой битой. Я думал, типа топором сейчас. Ты что? В своем уме на меня нападать. А он такой. А-а-а. Взмесил меня там. Я точку Б пытаюсь отобрать. О, привет. Ой. Куда ты уходишь-то? Мы еще даже не захватили. Кого стреляют? Да иди ты нафиг, не мешай. Я тебе помогаю вообще-то, не мешаю. Нафиг. Забивай. Справа. Фигачит. Не сказал право. Фигачит. Куда ты прибежал? Это наша точка, но это вообще какое-то безумие. Еще один, ты посмотри. Уголь себе на морду намазал. Напало. Макс Тула. Круто. Очень круто. Превосходно. Нам нужно три раза выиграть. Ой, нажал покинуть. А? Мыши не знаешь, ты уже сколько лет, сколько зим играешь. С тех пор не выучил, что ли? Я память дыравая какая-то. Память дыравая, то есть голова. И что ты там? Углашать тебя можно? Бери давай. Так, Полтава не берет, так не берет. Блин. О, Лусон! А, мы только что на него играли буквально. Блин, я опять мины не взял. Он на точке уже шлёп сидел. Я Фаустом патрон взял, счастье. Зарву. Чик-той. О, смотри, чик-той. Могу посидеть. Чисто 4 патрона нужно, чтобы кого-то завалить Фаустом патрона. Это минимум. Ужас какой-то. Я бегу-бегу, давайте, бегу-бегу-бегу. На точку С бегу-бегу-бегу. А раньше здесь было 5 точек. Еще было D и E. В принципе, в прошлых сериях это было видно. В кустах, а? Я его спалил по этой мине. Если бы не мина, я бы его вообще не там не увидел. Жалко, что осталось только 3 точки, как у всех. Да,
такие. Так, мы точку С захватываем. То есть. Я побежал в кусты. Нет, не для того, чтобы... Ну, вы поняли. Ух ты, такой. Вы кто такой? Вы кто такой, я спрашиваю? Не ответил. Печалька. Бежим. Оп. Кто сверху? Да кто сверху? Никто не сверху. Все снизу. Добро. Выбрал? Чувак, что ты сейчас сказал? Ты ж куда брал, там сверху чувак сидит. Я сверху сижу вообще-то. А не чувак. Ты мне что, с чуваком перепутал? О, твою пушку подобрал, чувак. Какой-то. А еще я вижу какого-то чувака, который... О, привет, это ты. Это не чувак. На вышке никого. Я вот сейчас сижу, не вижу на вышке никого. Со скалы могут стрелять. Я тут в кустах, прям над твоей головой. Вот он тут ходит, смотри, осматривается. Это физиономия. Сейчас я помогу его убить. Точнее, двое. На. Всем по попе, давай. Кто еще осмелится подойти к точке Б? Ну, смотрите, головешки. Нате. Головешки. Новое слово в русском словаре. Нате. Кто не тронет точку Б? Давай, папа, захватывай, я прикрываю. Ты там тоже со снайперки? Что-то... А что с тобой? Ты умер? Так ты на точку Б сядь, она ничейная. Из-за того, что ты с нее ушел. Так я это я убил. Я тебя прикрываю. Давай быстрее на точку Б иди. Ты меня слышишь? Мы сейчас продуем. Ну, наверное, выиграем все-таки. Мы выиграли, Ой, блин, я топ-5, что ли? Я самый плохой? А, ну да, я же вообще не захватывал. Вот, тоже СССР, только немного другая. Да, я самый худший. Хотя по убийствам я тебя обогнал. И Адуа тоже. Адуа. Звучит как... Что? Адуа плюс П. Два раза. Ай. О, я заберу свое задание. Мне дали очки, лучше не оружие. Там еще два раза надо выиграть. Жбапет. Заходите, пожалуйста. Мистер Шкет. Мистер Шкет. Давай, полетели. Блин, я опять про мины забыл. Ладно. Все ясно, понятно. Вафа камфан, вафа, и захватываем точку. Нет, тихо, мама. У нас тут очень серьезные дела. Мы тут месим, кого попало.
что под прицел в основном попадает. Того и весит. Граната. Ну или кого хочется замесить больше всего. Граната. На тебе. О, как я красиво. Лола ушла. Да куда она еще может уйти, по-твоему? О, здравствуйте. Молодые люди. Ой, точку все уже захватили. Ой, ужас. У нас тут жареные пельмени. Ты горишь, как в огонь. Я. Ну, хорошо. Значит, она на кухне. Да, она все время в максимум гонит. Ты горишь, как огонь, я. Тебя огонь, я. Ты паранойя. Ля-ля-ля. О, здравствуйте, мистер Ля-ля-ля. Ой, ой, как это блин. А это ты вместе со мной горел, что ли? Ой, блин, я перезаражался и выскочил куда этот чувак. Давайте захватывайте остальные точки. Мы сейчас продуем, по-любому. Как он меня? Блин, давайте. Ну, это вообще... По попе, какая ты! Ух ты, тут тетка месит всех просто. Граната. Наша. Русская тетка. Русская тетка. Я даже мины поставить не могу. Че? С какого ты клана, пожалуйста, спросить? Ты не двигайся. Зор. На, чего? Ух ты, как я прикольно. Как будто Москву двоих полетела. А, мы уже захватили, ничего себе. Ты горишь. Ай. О, 555. Ух ты ж. Заходите, заходите. Минус 2. И третья тетка зарубила. Тут у меня здоровье, что-то не счастье. Да. Она увеличивается только после 30 уровня, то есть после 35. Короче, у тебя здоровье еще не будет... долго не увеличивается. Долго не будет увеличиваться, скажу так. У меня тоже такое было. Я думал, это баг. Оказывается, просто нужен большой уровень. Да, дорогие люди, ну что вы? Блин, такую песню закадр. Это больше на какую-то мафиозную песню похоже, а не на Марио. Ну рубите там, надеюсь, вы не выиграете. А, ну да. Ясный пи. Новую фразу выучу. Ясный пи. Светлый, то есть, или как? Ясный пи. А, понятно. Ритрос не обосрать. Круто. У меня 1000 есть. Золото. Название клана есть идея? Название для клана есть? Ну ладно, если у кого-то есть, ну напишите в комментариях. Ну а пока что нет. Полетели до второго, я уеду, Комарова. А где собабака? Собабабабуба-буба-буба. Саби-буба-буба.
А, я как раз могу мины взять. Кислотный череп. У меня 555 кислотных черепов. Сахарный чешмок. Там тинка на куколе. Вот смотри, тут не написано, что это противотанковое. Вот видишь, папа, здесь не написано мод 24. Это значит, что она вообще не наносит. Она не наносит танку урона. Мы это проверял. Только не пытайся. Полетели. Наконец-то. Что произошло? Блин, я опять вылетел. Ладно, всем пока, с вами был я, Пинка. И... Даёлкин. И был, с вами был Даёлкин. Всем пока!